1 апреля. Корт. Он Михаил. Здесь мое место. Сегодня снег тут с утра был, а сейчас вот расчистили, растаяло. И, а может, ему не нужен? Ну вот видишь, он сказал, не нужен. Новый не даете, а херню даете всякую. А про, а как вы думали? Ну что, играть-то будем? Давай. Давай. Я подаю тогда. Халивали! Юр! Не слышит? Наверное, наушники в ушах. Не слышит, я зову, не слышит. Ну ладно, халивали! Вопрос правильный. Не, а зачем ты зовешь, да? Вы не против, я так чисто теоретически? Стабильность. Рядом лежат. Все в снегу. Не смотрите, отличные столы, а то потом, здрасте. Здравствуйте. А потом придете, места не будет. Вот тряпочкой раз, немножко протер и играете. Или рукой. А?
Да мы понимаем, понимаем. Извините, что подошел к вам. Что-то, что-то не знаю. Да нет, народ обижается что-то. Да? Ага. Ну да, ну я мешаю им. Отправляются в больницу лежат. А там, где энергия собственная зажила хорошо, во всех, тогда она должна тоже быть. Да. Движение. Ну, движение начинается не в 2 часа дня, а в 8 утра. А сейчас 2 часа дня только проснулись мы. Когда поместишь? Сегодня, через 2 часа. Понял. Написано, Северная Тушино, 1 апреля. Никому не верю. Правильно. Большой теннис в Тушино. Ну давай я туда сниму, чтобы ты не себя. Да ладно меня. Я каждый день себя выкладываю. Ну на полминутки так. А, ну, нет, так это видео, идет оно. Да, хорошо, да. Оно идет, давай. Идет. На, вот тебе ракетку. Да. Только наоборот, на солнце. Вот меня Михаил снимает. Так, вот сейчас он... Мячика нет, я без мячика. Мячика вон сзади. Там он, Юра, этот, Леонид убежал. Все. Все, я поиграли, да? Поиграли. Спасибо. Пускай снимается. Тут у меня 19 минут, весь видик 19 минут, так что... Там кадры вырежут потом. Кто вырежет? Да я не могу вырезать. Не умеешь? Не, я только выкладываю все подряд. Даже и мат, и все подряд. Ну, там же. Я же тебя уже, ты же увидел, ты вчера уже появился в твоих белых перчатках, там белая перчатка твоя. Помнишь, ты приходил вчера? Может быть. Но тебе посудят, а ты не воруй. Маты нельзя. Ну, нельзя, ну это не мат, это блин. Или там, Это малокультурные выражения. Ну да. А когда вот они, допустим... На тебе. Блин, какая. Все, берем. Леонид, ты как этот, как трясьяк, бля. Обиваю все, да? А вы что оделись? Уже на 15 градусов на солнце. Так надо еще второй свитер и шапку ушанку мне. Вот это правильно. Вот здесь пара на пару играет, а там тренировочные места. Кто проиграл, пошел туда. А я вообще не играю. Меня не берут. Не тот уровень, наверное. Пошел мячики искать, что ли? А куда они улетают? В дверь или сверху? Первого?
Вот Михаил Гагарин его не запускает? Это уже не Гагарин, это уже Фирсов. Фирсов попал в ворота как раз. Или относительно к теннису какой-нибудь Федерер. А что ты ему не говоришь, что эту ниже держать надо? Виноват. Я отойду. Миша, а ты что ставишь? Шапку же свою? А я не Стоит!
паузу, да? 40-30. Ух ты! А вот там уже настольный теннис, уже три пары уже играют. Так, ну ладно, надо одеться. Что, холодно, что ли? Игра у него. Кожа задубленная, а у меня нежная. Ну ладно, нежная, нормальная кожа. Мишка дипломатичная. Ты подходил, а сказал про кожу. А что, солнце светит и греет. Сейчас на солнце градусов, наверное, 12-15. Ну, вы там, здесь вот, когда подальше от снега, здесь тепло. Тебя хочу снять хоть. Ты мне рассказывал в том году уже. Ты запомнил? Запомнил, я записал даже. Ты мне же еще анекдот стал повыше. Или путевку. Путевку. Путевку, да, вот есть вы. Очень хорошего. Еще больше, да?